Кино на ТВ-РУС. Я командующий русской освободительной армией генерал Власов. Эй, солдат, подойди ко мне. Как зовут? Иван Пугачев. Отойдем, поговорим. Ты с нами или против нас? С вами мне как-то не с руки. Я тебе помочь хотел. Надо загнать пленных в бараки и сжечь их. Бежать надо. Фаер! Да они сжечь нас решили! Вот и добрались солдатов. Генерал Власов, какое задание он тебе дал? Да вы что, товарищ майор? Бейте его, тварь паскудную! Бейте, пока не сдохнет! Вас за что? В плену были. Хуже, чем здесь с ним будет. На перекличку становись! Лучше уж побег, чем так помирать. Значит, придумал уже какой день. Опять котелки! Жрут по ночам, сволочи! Карцер за такую работу! Сейчас сдохну. Еще одну зиму мы не переживем. Игорь Лифанов в фильме «Последний бой майора Пугачева» в субботу на ТВ-РУС.